Жители знают, прямое обращение к главе района всегда дает положительный результат. О своей беде, рассыпавшемся деревянном настиле, который вел к железнодорожной станции Баковка, они сообщили Андрею Иванову буквально накануне. Руководитель муниципалитета лично отправился в проблемную точку. Весь настил был поломан, доски прогнили, люди, дети, все, кто проживает в этом районе, ходили по такому, можно сказать, аварийному настилу. Не знаю, как еще не случилось каких-то травм, но это было действительно ужасное состояние. Мы оперативно отреагировали, уже сегодня наши службы городского хозяйства убрали настил, демонтировали его и дал поручение, чтобы в кратчайшие сроки, буквально за несколько дней, здесь появился нормальный асфальт. Хороший добротный тротуар появится здесь уже к 20 апреля. При этом предстоит решить и еще один сопутствующий вопрос. Рядом с будущей дорожкой растут деревья, высаженные местными жителями. И пострадать в результате дорожного строительства они не должны. Посоветуемся с нашими дендрологами. Возможно, мы на 1,20 м сместим деревья, выкопаем, пересадим их в ту часть, где уже существуют посадки. Потому что боюсь, что если мы закроем вокруг деревьев площадь асфальтом, то они в ближайшее время могут погибнуть. К деревьям отнесемся бережно, с пониманием. Также глава района Андрей Иванов дал поручение проинспектировать и привести в порядок всю прилегающую к платформе Баковка тропиночную сеть.